Мы понимаем о том, что ни одна управляющая компания, ни одна тендерная процедура нам не позволит содержать город в той чистоте, которую мы все хотим. Значит, речь идет о чем? О создании муниципального казенного управления. Как бы. То есть надо наши люди, наши предприятия, которые работали бы за те средства, которые обсчитаны реально. То есть если мы понимаем, что у нас работа стоит там 2 миллиона, и значит она должна выполнена быть на 2 миллиона в таком объеме и с таким качеством. То есть неизбежно это создание в четвертом квартале нового предприятия, которое будет бюджетировано и на следующий год будет работать.